Я воюю с 18-го года. Вы мне не смеете отказывать. Говорите прямо, да или нет? Горячий ты, малый. Но если настаиваешь, буду говорить на чистоту. Ты коммунист. И вот представь, у тебя есть дело, которое тебе поручено. Партийное дело. И к тому же опасное. И вот приходит человек и говорит, возьмите меня, я так хочу. Возьмешь ты его, если он будет тебе мешать? То-то. Партии ты нужен там, где сможешь принести больше пользы. Все мы делаем одно дело –